Павел Мамаев и Александр Кокорин встретят Новый год в следственном изоляторе. Сегодня Мосгорсуд подтвердил законность продления ареста футболистов, которые в октябре стали участниками сразу двух драк в центре столицы. Сеанс видеосвязи между судом и Бутыркой прошел на повышенных тонах, а потом даже выяснилось, что судье поступают угрозы. О том, почему решение правосудия осталось неизменным. Репортаж Павла Мельника. Когда уже начинало казаться, что они исправляются, подсудимые не сдержались. Это просто позор. Можете отключить аудио и все, больше ничего не надо. От восклицаний Павла Мамаева в Мосгорсуде даже захрипели динамики. Так и закончился сеанс видеосвязи с Бутыркой. Сегодня определяли, справедливо ли, что звездные дебоширы все еще под арестом в СИЗО. В это же время на электронный адрес суда посыпались анонимные угрозы. Мол, если не отпустите Кокорина с Мамаевым, ждите проблем. Несмотря на угрозы, арест оставили в силе. Обвиняемым понятно судебное решение? Даже говорить ничего не хочется. Мать Александра Кокорина надеялась на другой исход. Вы говорили, будете пытаться бороться в прошлых выпусках. Боремся. Вот. Получается? Как видите, не очень. Может быть, есть у вас какие-то слова, которые сегодня хочется про вас сказать? Ничего мне не хочется сказать никому. Зато в поддержку арестованных высказываются другие футболисты. Флешмоб вышел уже за пределы России. Свои видео присылают из-за рубежа. Я с тобой. Держись, Саша. У здания на Богородском валу сегодня можно было увидеть и гражданских активистов с собственным взглядом на правосудие. Осознали уже все свои деяния, и я думаю, их уже пора отпускать. На парковке у Мосгорсуда не видно дорогих иномарок. Жены арестованных футболистов не явились на очередное заседание по делу супругов. И только самые близкие родители все еще не теряют надежды увидеть детей рядом за новогодним столом. Пока шел суд, Алана Мамаева общалась с подписчиками в социальных сетях. По слухам, муж обещал выйти на свободу уже сегодня. Видимо, что-то пошло не так. Знаете, это и правда позор. Согласно с мужем, где справедливость? Где она? Сторона защиты не оставляет попыток доказать, что такой арест вне закона. Адвокат Игорь Бушманов ссылается на судебную практику, согласно которой при самообороне в СИЗО помещать не должны. А потасовка с водителем у гостиницы «Пекин», по его словам, именно такой случай. Что до избиения чиновника Минпромторга и его компаньона в кафе, защитники обратили внимание суда на справку от психолога. Оказалось, что у Кокорина очень нежная нервная система, а управлению своими эмоциями он, как выясняется, не обучен. Прокуратура выявила уже на данном этапе расследования факты волокиты и неэффективного расследования, допускается затягивание проведения следственных действий, что влечет, соответственно, и продление содержания под стражей. Решение суда за решеткой до 8 февраля. Теоретически его еще можно успеть обжаловать до Нового года. Павел Мельник, Ярослав Борисов и Иван Усанов. Вести.